Данный предмет является 82-миллиметровой осколочной миной советского производства периода Великой Отечественной войны. Это не кадры с военных учений. Мину времен Великой Отечественной пензенцы обнаружили на одном из кладбищ города. Об опасной находке сообщили в региональное управление Росгвардии. Снаряд имел сильные признаки коррозии и по внешним признакам прошел канал ствола орудия. Учитывая все обстоятельства, опасная находка была уничтожена с соблюдением необходимых мер предосторожности. Осколочную мину уничтожили на специальной площадке. В региональном управлении Росгвардии напоминают, в случае, если вы заметили предмет, похожий на снаряд или гранату, ни в коем случае не стоит приближаться к нему. Следует соблюдать меры предосторожности и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.